Финансовые инструменты, такие как карты оплаты, кредитование и страхование, для современного человека дело привычное, но не всегда понятное. Поэтому, уверены специалисты, финансовая грамотность должна начинаться со школьной скамьи. В каждом городе Кубани финансисты проведут открытые уроки для старшеклассников и студентов, научат их обращению с деньгами. В трудовых коллективах пойдет разговор о налоговых вычетах, интернет-банкинге, народной ипотеке, работе на фондовом рынке и пенсионной реформе. С 18 мая по 20 в каждом районе будет осуществляться прием людей, которые, может быть, столкнулись с мошенничеством, или есть какие-то вопросы дополнительные по незнанию, или готовы предложить, может быть, какие-то свои идеи. Все их будут принимать в районных администрациях с 11 часов до 2, поэтому всех желающих просим воспользоваться и принять участие. 18 мая прием будет вестись в администрации Лазаревского района, 19 в Адлере, 20 в Хостинском районе и 21 в Центральном. При себе необходимо иметь паспорт и подлинники с копиями документов, по поводу которых вы планируете получить консультацию.